Аккуратно. Давай. Общий сбор. Я сейчас упаду. Прошел первый день в лагере. Мы живы. Мы пока на ногах, но скоро свалимся. Наполовину живы. Пока. Куда ты пойдешь? Так. Ева. Мы закончили. Погнали. Да, упорный борьбе. Ты что ж ты? Итак, в упорной борьбе в этом соревновании по подсчетам судей со счетом 16-15 перевесом в одно очко победила команда «Глазированный борьбе». Скажу что-нибудь. Короче, они сидели, взяли, написали мое имя на ноге. Очень приятно. Спасибо. Я самая умная! Что творят? На меня попадет тоже. Не скрыто, все знают. Опять начинаем делать сразу внутреннюю сторону, Олеся, потому как она важная. Делаем библейский стиль, да, табличку Библия говорит, а последнее делайте как хотите, вот так, как вам нравится. А рисунок делаем, хотите где-то схему, которую поможет потом, как рассказать. А я тут пытаюсь сочинить сценку и не знаю, что получится. Вставайте, спускаем. Кого? Ну да, смайлики типа повторяют. Да, вот этот. Это вот этот смайлик, а это вот этот. И сделалась великая тишина. Это просто чей-то глаз. Как думаете, кто это, ребят? А вы тише не знаете, что это? Подожди, Вика, давай. Блин. Вот коробка. Так. Вот тут дырки. Это чья
Ну, смотрите, истерику, потом вы ее сами успокаивать будете. Это мое любимое. Мне даже без глаз это противно трогать. Ой, беззавязанный глаз. Ладно, это рыбий потроха. Это потроха рыбий. Это кабачки, что ли? Нет. Это кабачки. Ну да. Нет, я зубы не могу. Ну, не лоб, что-то это, изо рта у него падает. Все. Ну, все уже, ничего. Я буду раздевать. Меня зовут. Христианин, насмотрщик, христианин, а вы насмотрщик, естественно. Они пожаловались на то, что их не снимают, когда они танцуют и моют посуду. Не было. Сейчас. У нас сегодня ночевка в церкви. Смотрите, какой милый чемоданчик. Ну вообще. Тут спит маленькая принцесса. Я не могу. Давай. Их задача с той комнаты добраться до сцены. До сцены. Их задача с той комнаты добраться до сцены. Они сейчас заснут. Мы будем собираем внизу, объясняем правила. Правила такие. Каждый из них должен добраться до сцены, записать там свое имя. На сцене кто-то будет, соответственно, сидеть с листочком и с ручкой и записывать имена. При этом они могут идти через улицу и обратно идти. Нам его имя назвать главное. А, да, вы посвятили ребенка, назвали имя, он возвращается сюда. Если вылечивается. Вылечивается и это. Фото с 1 января 2012 года. Андрюш, ты не смотрел? Не, подожди, а как ты? Че? Подожди. Такой, только включай, сразу шутки пропадают. Да он знает, как играть. Ты чего, Надежда, пристаешь к человеку? Алексей. Сейчас Паша выставит своего человека. Это одна из самых бомбовых игр на этой планете, Земля. Ночной дежур. Хочешь попкорн? Не. А вы хотите? Не. Че ты? Я камера. Слушай. А это не она делает? А кто? Вот, смотри, тут еще один. Да обалдели вообще, конечно, смотри. У них тут свиданка. Не будем им мешать. Нет, не придется вам помешать. День 3. Я спать. Все. Я поспать. А, вот, а еще какой-то вой был странный. Давай, Мария. С вами Варвара Калинцева, и мы сегодня сейчас вот... Ой, я до пола уже достала. Мы уже, короче, поспали. Вот, мы сейчас сдуваем матрас. Я заснула раньше всех и проснулась позже всех. Вот такая вот. Капля, она вот вылилась вот сюда. И вот это с нами вчера ночью произошло. То, что наше вот это зеленое настроение, оно превратилось вот в это. Ой, капля! Они должны будут мне принести сухую салфетку, а их будут обливать, пока они до меня будут бежать. Она просыпает.
мокрые. Да, подними! Давай, Сэлби. О, сухая, сухая. Молодец. Сухая. Покажи. Не, у меня мокрая. Покажи, мокрая, иди обратно. Вот у Лёши. Лёша, Лёша, извини, мокрая. Мокрая она. Нет. Хит программы «Туннель». Вы по очереди переодеваетесь или что? Мы двигаемся дальше. Когда мы были тут в мае, вода была, наверное, вот аж вот там вот, по этой вот черте. А теперь ушла далеко. Мы идем кружки мыть. Да, мы идем кружки мыть. Вика, пошли. Да? Я так и знала, что это он. Я так и знала. Кому? Иисусу. И что? И он решит из-за тебя. Ниже. Ниже, ниже. Ниже, ниже, ниже. Ниже, ниже. Горы свои ниже. Ниже, Соломон, отдай проблемы. Кому? Иисусу. И луня Божий мир дает мне радость. Божий мир дает мне радость. Божий мир дает мне радость. Вы сначала сказали, когда Лёня пришёл, говорит, девки, говорит, достали. Он же Ромин сын ещё. Девки, достали. Спокойной ночи, Ева. Спокойной. Самый девочка же ничего. Она не знает. Это для вас. Да. В смысле? Да. Это чтобы мы прошли с вами тут, да? Нет, это что вы можете сегодня заработать. Мам, с одной стороны дерево. И получить. Надо другой цвет выбрать. Давай. Только посередине.
У нее глаза поуже, что ли, немножко, да? Ну-ка, сделай-ка нормально сядь. Потому что я в Корее. Да. Да, как будто бы, или что? Хочу в Корею поехать и давай рискуем. У нее кожа светлее. Ела? Уже не говорит, что они вообще разные. Они не близняшки. Нет, как это... Дискриминательное событие впервые в нашем лагере. Сразу двум девочкам в один день, как ни странно. Но у них сегодня день рождения, давайте их поздравим. Спросить, почему мне сейчас плохо, и при этом убирает все ненужное. Сколько нужно земли, чтобы почувствовать власть и величие? Сколько нужно огня, чтобы почувствовать жизнь и тепло? Мы забыли ответ, но молчим, соблюдая приличие. Но приличия нет, на душе и в глазах не светло. Опа! Ты... Что сначала? Синий. Так, я не держусь! Но я! Александр Жирков, самый шустрый, самый добрый ребенок на земле. Данила. Ой, как хорошо. Самый талантливый, Кирилл. Она жила в очень старом доме. Отец был изобретатель у нее. Бери 4 карты. Цвет желтый. Я не знаю, как ее вообще тащить даже. А еще кто-то спрашивает. Андрюха подала сегодня. Вот тундочка, а вот тундочка, а вот тундочка в море горит. Ой.